Что тут у нас происходило? Победа. О, прекрасно. Только авиация у нас дает что? Нема, нифига. Опять нужен, чтобы сутки прошли, чтобы компьютер мог нормально определить, где что происходит. Так. Вот. Угу. Так. Так. Допустим. Переоснащаться, да, переоснащаться надо много, в большом количестве. А, авиацию опять заложить. А то что-то у нас их маловато. Конечно, мы изучаем новую, но нет, новой авиации, по-моему, пока еще не изучали. Но в любом случае надо обновлять то, что у нас уже имеется. Так, шауляй. Мы наступаем. Так. Давайте вот это все уберем. Ты у нас... Так, оставим тебя. Остальные тоже наступают. Наступают. А, тут тоже победа. Боевые самолеты из США. Ага, о, прибыли. Музыкальный репертуар надо будет запись приостановить, а то у нас игра улетит. Так, во, где репертуар? Так. Кромкость музыки как раз сейчас должно быть, что-то слышно быть. Что ты заглючиваешь? Угу. Стоять. Ага. А если мы сейчас? Если мы сейчас сейчас мы что тут у нас вообще как хрен бы там, да, не получится их окружить. Да, а я-то планировал. Ну ладно, давайте тогда наступление по фронтам ударим, так сказать. Разнесем там эсэсовскую дивизию. А, их там четверо, значит. Танковая дивизия Waffen SS. И три дивизии охраны, то бишь гарнизоны. Надо их покалечить, пока они в хреновом состоянии. Так. Давайте, двигайтесь все сюда. Понимаю, что горы, но вас много. Вас много, вы должны справиться. Так. О, тут гарнизон. Так, поэтому, походу, и атака нормально не проходит. Так. Понимаю, что танки в горах — это что-то с чем-то, но... Что есть, то есть. Их надо оттуда вышибить. Так. О, надо разместить самолеты свежие. А то противник-то здесь. Авиация нас заколебает. Наверху вроде не так мешается. А здесь... Вот американские самолеты нам немножко помогут. Угу. Сложно, сложно вас оттуда выбивать. Но что делать? Фольксштурм. Эти самые тоже как у нас, что ли? Резервисты, как они. Пу-пу-пу-пу-пум-пум. Добровольцы. Ополчение, во. Забыл, как называется. Ну тут они особо нам не навредят. Да. Ну тут потери зато. Вдарим сюда, может их вышибем отсюда, или проще попробовать окружить, почему бы нет. Здесь много.
угрожают фронту. Да, давайте их. А здесь бункер. Так. И что мы сделаем? Тогда освобождение Прибалтики идет. Ага, можно использовать вас, вдарить вот сюда. Все-таки попробовать их окружить. Какими бы уж они там супер прокачанными бы не были, против такой атаки никто не выдержит. Ну ладно, ну контратака, допустим, там что-то где-то происходит. Что, вышибли их, нет? Нет. Подкрепление к ним пришло. Фельдмаршал фон Фон, значит, дворянин. Ладно. Допустим, осевой аэродром хотите занять, чтобы с этой стороны подойти к противнику. Отлично, там одна дивизия только. Ее должны снести, как нифиг делать. И аэродром у них тут забрать. Это что, они разлетались тут. Ну, скорее всего, они отсюда летают. Что там с Кенинсберг это? Так. О, тут победа. Видать, решили отойти, вид, что мы их в ловушку заманиваем. Так, тут атаку можно пока остановить. Один фиг, они без ресурсов ничего не сделают. Ага, отойти хотят. А хрен бы вам там, да? Так. Боев пока нигде нету. Неужели? Это чудо. Чудо, так. Переоснащение. Не забываем. Иначе потом количество ресурсов, которые надо будет потратить, увеличится. Победа. Так, опа. Нас атаковали. Да ладно, отойдем. Ага. Самоубийцы. А, видать, отступающие танковые. А нет, отсюда. Самоубийцы. Такс. Дивизии с устаревшим вооружением 228, бригады 40. О как. Ну-ка, вдарьте. Румыния, Финикеляндия. Не показано, что у них припасов нету. Видать, стандартный какой-то боезапас еще остался. Так. Обороняемся. Ну, как-то все это хреново происходит. Давайте-ка сюда. Нет, стойте здесь. Допустим. Ну, туда нельзя, чтобы они прорвались. Враг у дверей Соучава. Эвакуация к промышленности в Сибирь. Давайте. И Сталина вывозим там. Откуда еще это возможно? Так. Не дайте им вырваться. Так. Ага. Поддержи атаку. Ибо нефиг. Эти почему-то не отходят. Улучшенная полевая артиллерия. Авиация. 43-й еще рано. Так, уже сентябрь 41-го, мы контратакуем вовсю почти. Корабельные конвейера. Давайте все-таки. У нас там 5 авианосцев. К войне строилось. А то так бы получается. Лучше бы мы на что-нибудь другое бы ПП потратили. Что у нас тут?
Так, победа, победа. Отлично. Отпугиваем этих уродов оттуда. Сейчас еще эту провинцию все приберем. Прекрасно. Так. Здесь пока тишина. Действие в Прибалтике происходит. Пока что. Так, нет задания. Поддержи атаку. Дивизия НКВД. Вы хоть потрепаны, но на это того способны. Ух ты, СС Валония. Сейчас мы вам устроили тут, понимаете. Они уже здесь, эти танки. Ну, сейчас вот тут подтянутся. Там совершат окружение. Можно будет сюда ударить. Противник-то какой там настырный, а? Попался. Давайте. Все хотят пробить окружение. Панфилов, начальник ГРУ. Так. Оборона. 8 сюда атаковали. На что не надеяться? Пока не знаю. Хотят закончить окружение прорвать, короче, как-то хотят. Давайте ты сюда, потом вот сюда. Нет, вот так вот. Противотанковое ружье. Снабдить войска. Пехота, противотанковая атака. Отлично. Это очень хорошо. Так. С вражеской авиацией тут потихоньку боремся. Знаете-ка шо? Вам нужен ремонт. Потому что вы, конечно, побеждаете из панюков-то. Но один фиг. Без ремонта не обойтись. Опа. Где это поражение? Это мы же победили их. Ремонт пока. Так, победа видна. Видно. Сейчас войска подтянутся. Эти вот сюда пущай занимают. Там бункера остались. Наши, не наши, не наша земля. Как раз, видать, границы выходим уже. Ага. Нас тут же враг атаковал. Ну, мы тоже не лаптем щита хлебам. Мы вот так сделаем. Мы сделаем вот так. Так сказать, встречный маневр. Бункеры бомбят, ну пущай, отвлекаются на них. Окружение. Мы пытаемся тут что-то противопоставить, отвлечь их с другого краю, чтобы им не очень удобно было. Контратаку сволочи пошли. Ага. Опа, придется. Продержитесь чуть-чуть. Чуть-чуть продержитесь, к вам помощь уже идет. Уже спешат на всех парах. Кто-то здесь. Давайте, 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 давайте. Вы должны успеть. Ибо нефиг всяким сволочам страдать там фигней возле наших границ. Так. Атака. Бункер. О, передислокация.
Давайте на новые границы переносимся потихоньку. Так, не даем им расслабиться тоже. Прибалтику вернули. Давайте сейчас еще закрепиться здесь осталось. Опа. А закрепиться-то нам не дали. Опять мертвая голова. Ну сейчас закрепимся. Вот сволочь, а. Ну сейчас сюда, что сюда сейчас подкрепление придет, все нормально будет. Все будет зашибись. А. Так. На штурм пошли. Вот редиски. Ага. Подкрепление пришло. Так. Нет задания. А что это у вас задания нету? Непорядок. Давайте, давайте, там их чуть-чуть буквально осталось. Отсюда свалки уже немецкие территории. Можно окружить вот этих. Враг еще часть дивизии потеряет. Если нам удача улыбнется, конечно же. Так, эсэсовские. Там они наступление остановили. Вот эти отводят войска. Так. Сейчас сюда бункер подойдет. И ударим. Хотя он уже должен подойти. Можно начинать вдаривать. Так. Самолетики ремонтируются. Пущай, чтобы они более эффективно сражались. А то не так воюют, как называться. Вот, а было 200 с чем-то. Уже 155 осталось. Так. Давайте, давайте. Окружаем этих сволочей. Победа. Тяжелая, но победа. Освобождаем свою территорию потихоньку. Упорно. Так. Хорошо, что итальянские войска тут не воюют. Тут вообще непонятно, что ни туда, ни сюда. Британия? Под Берлином? Да вы очумели. Какого хрена, немцы, идите Британию бейте. Вы что творите? Не пустим их к Берлину. Сами скоро уже в Пруссии будем. Так. Так. Опа. Угу. Враг, значит, контрит. Помалеху. Помалеху контрим, да? Так. Ладно. Ох ты, что они там устроили. Ладно, тогда давайте здесь остановим пока. Здесь действительно отойдем. Угу. Небольшое изменение в плане боевых действий. Отсюда не войска выводят. Значит, бросили, да, венгров. А венгры хрен тут у нас удержится сами. Так. Опа. Опыт 22. Опытные уже войска у нас. Ага, вот и бункер подошел. Так. Ну давайте, давайте, давайте. Эх, никак, да? Редиски. Никак. Ладно. Опа. Ни хрена себе. Чё творят, а? Опа. Бункер. Передислокация, конечно.
Вот что творят, смотрите. Так. Давай в бой-то вступи. Ау. Опа-на. Ни хрена себе они тут. Что тут на фронте вообще теперь непонятно, что творится. Все друг друга мутузят. Ага, эти отходят. Отлично. Отсюда вот этих выбьем. Нас самих атаковали. Так. Неужто отступить придется? Так. Горы, велосипедисты. Велосипедисты в горах засели. Вот оно что, да? Тут нормально, сейчас оборонимся от них. Войска надо восстановить более-менее. То не потрепанные все. Может сделать их приоритетными. Так, ладно. У нас все части приоритетные. Засада. Правильно, нефиг тут им бурагозить, понимаете, на нашей территории. Ты давай вот отсюда их атакуй. Так. Да где мы тут победили? Непонятно, творится все на всех фронтах. Так. Так, у которых нет заданий. Ой, вернее, которые не атакуют. Давайте. А, мы же отсюда ушли. Точно. Забыл.